Ну, вот война, с моей точки зрения, она надолго. Она... Ой, дурак! На чем я снялся? На том, что они нашли в вашем лице дурака. Вот именно, точка. Пока мы не ликвидируем этот нарыв. Покайся, мой милый друг, пока еще не поздно. Вот, и пока мы Киев, извините, не возьмем. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать. Мы с Киевом, правда же, не воюем. Ну почему? Есть причина первая. Все мы прямые потомки обезьян. Правда же? Гадалки не ходи. Причина вторая. Не по рылу каравай. Киев как таковой мы победили в первую неделю. А это что за чучело? Так оно ж всегда здесь стоит. Чучело убрать. Мы сражаемся. В нашем деле главный этот самый реализм. Начиная с начала марта не сходим ни с Киевом, а сражаемся с Западом. И сколько вам за это заплатили? В конвертируемой валюте или в рублях? Главное у человека не деньги, а натурально хворма. Это абсолютно бессмысленно, потому что это ничего не решит. Слушай, а ты не знаешь, у него там это... Есть кто? Сейчас придет мой муж Ваня и даст вам по голове. А кто у нас муж? Владимир Владимирович, Сергей Кожугетович. Так что же, выходит, у вас два мужа? Выходит, два? А я тогда кто? Он же мой муж, любимый. Скотина. Тогда с какого рожна? Это государственная тайна. С какого переляху? Для осознания и предотвращения той катастрофы, которая может случиться. Готова ли ты, дорогая? Необходимо время. И долго ждать. И не месяц, и даже не полгода. Эй, отложите это на медовый месяц. Но это все в прошлом. После знакомства с вашим прошлым и настоящим, я потерял веру в человечество. Но у меня есть совет. Надо бежать, ребята! Бежим, спасайтесь, спасайтесь! Даже если ничего не получится... Тогда займись чем-нибудь, поработай. Вот, учитывая, что так они не сделали, а пошли своим каким-то кривым путем... Пойдем простым логическим ходом. Пойдем вместе. Пойдем вместе. Кто захочет? Сучка не захочет, кобель не вскочит. Есть у нас одна сучка на работе, которая такая противная. Кто? Я думаю, вы догадываетесь. Разрешите спросить. А кем вы работаете на трассе? Прошерстив до основания всю базу Путан, я выяснил о существовании главной Путаны, так называемой Путаны-матки.